Итак, друзья, всем привет! Это видео будет полезно тем, кто не может сам получить зонтик. Быстрее смотрите, юзайте, как это делается. Пока это не пофиксили, эту фичу, как получить зонтик за топ-1. Вот, сегодня на 28 августа это работает. Я думаю, что в ближайшем времени это могут скоро пофиксить. Быстрее юзайте. Я только что проверил, записал видосик для вас, ребят. Подпишитесь, поставьте лайк. Смотрите, все очень, в принципе, просто. Так, для начала я рекомендую немножечко залутаться, раздобыть какое-то оружие, патрончики и стройматериалы. Теперь нам нужно добежать к ботам Марвела. Значит, нам нужно либо нокнуть бота, либо, ну, без разницы, кто-то, если нокнет, пофигу. Короче, нам нужно одного бота взломать. Сейчас я убью противника, чтобы он нам не мешал. После этого мы строимся на высоту и разбиваемся с высоты. Теперь с этого момента мы просто ждем, когда закончится игра. Получаем топ-1, получаем зонтик и радуемся. Еще раз для тех, если кто-то вдруг что-то не понял. Значит, нам нужно прилететь к ботам Марвела, нокнуть бота Марвела. Он должен жить до тех пор, пока вы не разобьетесь. То есть вы разбиваетесь, и бот вместе с вами умирает, все. И просто ждем конца матча. Все, на 28 августа это работает.
Все, друзья, получили мы королевскую победу, дали ачивочки. Теперь выходим и получаем наш зонтик.